Ты свеж, красив и молод. Занимаешься спортом, зовет тебя город. Бокс, бег, BMX, кулинария. Совершенствуй талант, что генетика подарила. Ты хозяин судьбы, поступай как знаешь. Сочиняй мечты, так ты их воплощаешь. Не упускай шанс, вникай в мотивацию. Я тебе заговорят твои радиостанции. Максим, мне кажется, у нас слишком пафосное получилось начало нашей программы. Еще подумаешь, что мы с тобой азартные игроки. Могу просто сказать, я коллекционирую колоды карт. Ну что ты все портишь? Это было бы просто банально. Взяла и раскрыла все мои карты. Извини, так что ты говорил? Это колода из Гонконга, и там есть 4 мировых музея, космоса, истории искусства и техники. По средам их можно посетить абсолютно бесплатно. Да-да, а вообще я обожаю путешествовать самолетом, морем, на поезде, машине, на велосипеде и даже пешком. Вот был во Вьетнаме. Прикинь, там сок готовят не только из фруктов или из каких-нибудь там овощей, но и из слюней ласточек. Фу. А я вообще очень любопытный. И если посещаю другую страну, то мне не нужен какой-нибудь там гид или переводчик. Ведь я изучаю английский язык. Да, крут. Еще и отличник. Что тебе еще надо для счастья, а? А в Китае на Великой Китайской стене? Был? Когда проходил, что загадал? По секрету, чтобы желание стать ведущим подростка сбылось, надо было пройти около 70 километров. Я не осилил, но она все равно сбылась. Ну что, теперь по теме. С 18 мая всем нам было бы неплохо посетить достопримечательность нашего города. Городской музей. Ведь мир отмечает День музея. Если бы у меня был музей, то все понятно. Там хранились бы уникальные редкие колоды карт. А что бы было у тебя в музее? Я люблю животных. Моя морская свинка Хома подрастает и радует меня. Я уже вижу, как на стенах моего музея появится фотовыставка. Я ему питомец. А еще в моем музее будет коллекция необыкновенных картин из трасс. Вот, чем я занимаюсь в выходные. А я думал, у тебя будет музей твоих сломанных сотовых телефонов. Ты же без него никуда. Вон, даже зрение посадила. Очень смешно. Смешно? Это то, что в мире есть музей унитаза. Или музей, где мертвые тараканы, наряженные в костюмы и есть экспонаты. На твои длинные волосы могли бы пополнить коллекцию госпожи Лейлы из 16 тысяч локонов женских волос. Максим, прекрати. Какие глупости. У нас поблизости есть музей поинтереснее. Например, исторический ландшафтный парк «Изумрудная долина» или музей хлеба во Владивостоке. Там один из залов превращен в кондитерскую столетней давности. Чего же мы тогда ждем, Соня? Поехали в столицу Приморья. Причем не на обычной машине, а на раритетном авто. Бензин мы при этом нисколько не потратим. Стоит только открыть сайт telemix.tv. Присаживайся поудобнее. Такая мотоколяска больше известна в народе как инвалидка. Где этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид. Трррр.
приехали. Напомню, по итогам кастинга и смс-голосования ведущим вне очереди стал Максим Беспалько. Ему 12 и учится в 6 классе 130-й школы. В этом эфире вместе мы про Международный день музеев поговорим, окультуримся. Спасибо, спасибо. А еще, пожалуй, поймаем за хвост редкий экспонат. Русалку в бассейне «Чайка». А потом телевизионно отправимся в музей Арсеньева вместе с юным журналистом Машей. Кстати, если ты умеешь сам снимать и монтировать видео, имеешь свой блог, звони в редакцию 33 76 46. Я нахожусь в музее истории города Арсеньева, и воссоздать эту историю мне поможет Елена Борисовна. Наш город получил это прославленное имя в 1952 году, но начинался он как маленькое село в тайге еще намного раньше. 1895 год. Несколько семей крестьян-старообрядцев основали село Петропавловка. К началу 30-х годов здесь уже было достаточно большое село, 200 дворов. В селе была до революции школа, кузнечная мастерская, гончарная мастерская. Круто жизнь села изменилась в 1936 году, когда на правительственном уровне было принято решение о строительстве авиаремонтного завода, так как нужно было укреплять дальневосточные рубежи. Во время войны здесь собирали самолеты, потом вертолеты. В общем, так город Арсеньев и летел по жизни вместе со своим заводом. Рос и развивался. Падать пока не собирается. Музеи делают разные выставки. Меня впечатлила экспозиция «Старая квартира», где были собраны вещи, как у моей бабушки. А это первый в мире мультимедийный центр. Он состоит из проигрывателя, телевизора и радио. Его в 1967 году собрал Сорокин Андрей Ильич, а привез в музей его обычный таксист, который нашел на свалке. Интересно мне было и в зале природы. Здесь, в Арсеньевском музее, мы встретили нашего земляка. Вот, знакомьтесь, уссурийский реликтовый усач. Он третий по величине в мире жук и первый в России. 2 часа пролетели на одном дыхании. Действительно, в музее время будто останавливается. Батьку шарик знают все на свете, даже очень маленькие, маленькие дети. Малочку любимая, малочку полезная, ты незаменимая, всем вокруг известная. Мама в магазине часто покупает и в мою любимую чашку наливает. Вкусная-привкусная, милая-примилая, малочку волшебная, чашечка любимая. Максим, ты что, с ума сошел? Что ты делаешь? У меня аллергия на хлорку. Мне купаться в бассейне нельзя. Поэтому ты решил порыбачить в бассейне. Да тихо ты! Всю рыбу спугнешь. О, клюет! Хватай за хвост! Настоящая русалка! Шапочка и плавательные очки. Вот так сюрприз. Русалка, оказывается, не Ариэль, а Адель Файзулина, ведущая программы «Подросток». На что только не пойдут девочки ради исполнения детской мечты побыть принцессой подводного царства. Буду петь, я песню эту буду петь, про блеск твоих глаз, о тебе я расскажу всему свету. Только петь в таком костюме у Адель явно не получится. Не захлебнуться бы. Трудно ли плавать и как нужно плавать? Плавать нужно дельфинчиком. Ну, конечно, трудно, непривычно. Попробуйте плавать, так вот, махать только руками, а ноги, так скажем, в отключке.
3 года назад Адель заказала хвост через интернет. Стоит он сказочно 1007. Сшит из высококачественного шелка. Если цвет ткани вдруг принцессе надоест, можно купить новую, яркую, с рисунком чешуи. Или менять ткань по настроению, устраивать фотосессии. Даже не знаю, в чем прикол. Просто прикольно. Раскроем секрет волшебства. В плавнике есть моноласта. Она повторяет форму хвоста рыбы. Размер регулируется липучками. Длину лучше подбирать выше пояса, на вырост. Где приходилось плавать и как реагируют люди? Ну, плавать приходится только в бассейне, поскольку на море он будет засоряться, ну, такими крупинками песка. Ну, это потом выкидывать сразу. Ну, только в бассейне. А люди реагируют очень странно. Когда я в первый раз сюда пришла, две женщины, они говорят, ну, улыбаются и говорят, что ты, что раньше не пришла, мы посмотрели, как ты на нем плаваешь. А другие, ну, никак не отреагируют, просто стоят и улыбаются. Другие говорят... Зато такой плавательный костюм будет заметен с большого расстояния в воде. Родителям на заметку. Удобно следить за тем, как плавает юная русалка. Я бы хотел задать неожиданный вопрос. Есть ли такие хвосты для мальчиков? Да, хвосты для мальчиков есть. Там на сайте, ну я вот недавно заходила перед программой, там есть женские и мужские хвосты. У мужские они более темные, но есть для, если маленьких мальчиков, тогда... Обыкновенный, так же, как у девочек, только размер ноги больше. Максим, неужели ты захотел отрастить себе рыбий хвост? Пусть это останется моим секретом. А пока я буду хвастаться, что был в бассейне чайка и поймал вот такую рыбу. Телевизор такой большой висел. Ребята, да что там такое? Расскажите нам. Ульяна, вы представляете? В Новосибирске есть необычный музей. Музей счастья. Там нет витрин, строгих бабушек и всяких дурацких правил. Можно и даже нужно громко хохотать и смеяться во весь голос и загадывать желания на талисманах. А в Якутске можно спуститься на глубину 20 метров, где вечно мерзлоти вырублена пещера, а в ней кости вымерших мамонтов. Всегда мечтал побывать в музее кривых зеркал. Ульян, во Владмус сгоняли? Может, и это устроите? Да не вопрос. Сейчас видеоинженер нажмет кнопочку и... Здорово, Максим! Я кое-что придумала. Не будем далеко идти. Давай здесь покушаем. У тебя вкусная рука? А у тебя вкусный живот? Очень. Я сам недавно кушал. Да? В торт? Да. Который... Живот. Живот. Я крысявчик. Здорово, Максим. Я кое-что придумала. Не будем далеко идти. За 9 лет работы в телемиксе в кабинете нашего режиссера образовался свой собственный музей предметов, которые участвовали в съемках или которые подлили. Или? Жидкие предметы. Или которые под... Или у подарили. Или Ульяне подарили герои сюжета. Или. Или которые Ульяне подарили герои сюжета. Хочу посмотреть. Пошли, скорее. Вот, смотри, дипломы и благодарности за участие во всяких телевизионных конкурсах. Старинная камера «Красногорск-3». Про нее рассказывали 3 года назад. Вау. Вот под плечо, под... Выставляешь, вот и трепишь, и все. Соня, берегись! Здесь есть даже рогатка. Пау, пау, пау. Клизма. Ты не поверишь. Именно ей Ульяна предлагала уссурийцам рисовать на снегу. И получилось же. Ну, одно дело кисточка, а другое дело клизма. Зачем клизму портить? Вдруг она для более важных нужд пригодится дома. А там краска, это ж все, это трагедия. Автограф оставить? Давайте.
это не камень, а ядро. Его нашли в районе села Утесное в Красноярском городище, где в 13 веке жили джурджени. Максим, смотри, как приятно! Помимо фотографий телемиксян, здесь есть и рисунки наших ведущих подростков. И еще накопилась целая стопка газет «Уссурийские новости», которые ежедневно пишут о нас статьи и публикуют фото со съемок. В июне подростку исполнится год. Макс, ты помнишь, что в прошлой программе Леша взял нас на слабо? Конечно, помню. И мы должны что? Правильно, окунуть лица в торт и пригласить зрителей к нам на день рождения. Ну что, ты готова? На чем все смотрят? Ну, готовы? Леша, я тебя застрелю. Давай, раз, два, три. Ну что, готова? Да. Давай. Вышел с кадра. Соня, вы серьезно? Давай. Отмечать день рождения подростка. Нам исполнится год. Так что приходите на площадь 1 июня в час. Возьмите плакаты, устроим монстрацию. Погуглите, что это такое. Потом будет шествие зрителей, подростка и ростовых кукол до парка Дара. А закончится все конкурсами. Да, Макс. Давай веселей. А закончится все шоу-программы и конкурсами в парке. Все вроде нормально. Ну что ж, зрители, мы прощаемся с вами, и вам мы желаем успехов, удачи, хороших оценок и вообще всего хорошего. Я бы хотел передать привет моим родителям. А я хочу вам пожелать всего наилучшего, чтобы все ваши мечты сбывались. Ну и, конечно, мы, возможно, с Максимом не прощаемся. Да, да. И еще снимем следующую передачу. Да. А Ульяне творческих успехов. И не только Ульяне. Пока. До свидания. Ты свеж, красив и молод, занимаешься спортом, зовет тебя город. Бокс, там что-то еще. По-любому это ставят, по-любому. Да, 100%. Все, до свидания. О, громко. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Максим, помнишь, в марте девочки взбунтовались? Атаковали эфиры программ «Подросток». Мол, мальчики стесняются, и поэтому не стоят в очереди, чтобы стать ведущим журналистом. Было дело. Это не зря. Следующие два выпуска захватят парни. И вновь интрига. Кто они? Мы вам пока не скажем. Напоследок. Янта – это современные продукты питания для всей семьи высокого современного качества без ГМО. Из отборного сырья вкусные и разнообразные. Ты свеж, красив и молод, занимаешься спортом, зовет тебя город. Бокс, бег, BMX, кулинария, совершенствуй талант, что генетика подарила. Ты хозяин судьбы, поступай как знаешь, сочиняй мечты, так ты их воплощаешь. Не упускай шанс, вникай в мотивацию, и тебе заговорят твои радиостанции.